природа является полноценным участником наших событий. И мне хочется, чтобы Крым воспринимался именно таким, когда под летним небом открытым звучат арии, когда на фоне лаванды танцуют прекрасные женщины. Здесь мы собрались для того, чтобы музыка и природа воссоединились. Это самое главное. Природа и опера, и искусство – это же вообще какие-то неотъемлемые части, неотделимые друг от друга. Мне очень нравится. Я очень люблю природу, очень люблю лаванду, как будто бы как свои стихии. Замечательные чувства, эмоции, красивые танцы, красивые песни. Мы очень довольны. Действительно, очень нравится выступление. Такой профессиональный уровень, и так хорошо выступает, и без напряжения, с легкостью. Мне очень нравится. И на улице вообще выступать – одно удовольствие. А в таком прекрасном месте, как лавандовые поля – это что-то просто невероятное. Те проекты, которые мы реализовываем, они действительно в своем роде уникальны. Это то, чего не делали никогда до этого. Это что-то новое. Такого еще в жизни моей не происходило никогда. Такой вечер в Крыму – это большой подарок. Всем любить и радоваться жизни. Знаете, я просто люблю жизнь, я люблю вот этот момент, в котором я сейчас нахожусь, в лаванде, с Севастопольским моим любимым балом. Что может быть еще прекраснее? Я бы хотел, чтобы наша нация, наши люди были больше друг другу благодарны, потому что этого, мне кажется, этого не хватает. Сегодня я сидела и думала о том, что это самый замечательный день в моей жизни.